Вот еще кусочек площадки. Люди занимаются на тренажерах. Сегодня суббота. Вот тихо, спокойно, чистенько. Вот здесь велосипедная дорожка. Вот, это мы сейчас проезжаем. Это уже как бы все еще во Выходоша и начало Далита кусочек. Здесь узнаваемые пейзажи, старенькие домики, остановки новые, автобусные все. Вот. Это знакомые дома. Сейчас появится Родина. Вот, так, въезжаем в пик, который был и есть. Здесь вот торговый центр, там Бершка, Гольф, Ренуар, вот это, что здесь еще есть, я уже не помню. Вон сверху все эмблемки всяких магазинчиков. В общем-то, немного изменилось, но есть, по-моему, все сети торговые существующие. Кастро, Манго, Гольф, Эйс и так далее, и так далее. Вот, проезжаем. Сейчас людей много магазинов открыто. Круто, что в Бершеве работает это. Ну, скажем так, 60-70% магазинов работает по субботам пока что. Вот, это очень, очень здорово. Потому что в субботу и приятнее по магазинам походить, и людей меньше. Вот и время есть обычно только в субботу. Вон, любые решетот, вон и электроника. Сделали кружочек. Волбери, Стиматский. И вот здесь вот шварма, но она не работает, конечно. Вот, Бершева признана городом фонтанов. Здесь везде, вот сейчас вот в Биге очередной фонтан, раньше его не было, сейчас он есть. Но мы говорим о том, что было там, скажем, даже 15 лет назад. Давно не видели толком Бершева. Сейчас мы едем во вторую часть. Возле Бига построили Ван Плазу, конкурент Бигу. Там, где тоже много всяких магазинов. Что-то так мутно. О. Въехали в Ван Плазу. Здесь находится Тифтам. Раньше он находился в Биге, в другой стороне. И здесь тоже вот всякие магазины, много всего есть. Итак, мы в кафе Джессика. Ван Плазе. Да, это находится. одна сторона Бига. Вот тут можно покушать, например, карпаччо бакар, то есть такое говяжье мясо. Ну и бочковое пиво Gold Star. Достаточно симпатично. Тепло по-домашнему, вообще не хочется отсюда уезжать. Открыто в субботу тоже. Да, для курящих. Персонал улыбчивый, милый. Очень так атмосферненько. Народу нравится. Хвалят. Да. Ну вот, мы покушали в Джессика. Вкусно. Ну, так скажем, не очень бюджетно, но в принципе вкусно. Хорошее бочковое пиво, неплохая закуска, в принципе, здорово, настроение хорошее, очень чудесно.